Конвой, разрушенный ордой по стелсу. Блин, классно, да, вообще? Вообще нормальный парень, да? Сам в шоке, посмотри, какой красавчик. Шикарно, шикарно. Когда он начнет прыгать. Да, он больно как бы бьет, да? Он путается, бедолага. Ой, какой-то золотой ящик. Ну давай, удиви нас. Всем привет, друзья! С вами Харди, и мы продолжаем новинку на канале Dark Days. Посмотри, как обстоят мои дела. Значит, дом уже слегонца обставлен, и много-много что я уже понял. Я хотел первый гайд, так сказать, сделать сейчас, да? Но потом подумал, попозже будет этот гайд. Побежали на ивентовую локацию. Ивенты упускать не надо, ивенты надо бомбить, конечно же. Ивенты это тупо халява, это помощь всем новичкам. Конвой, разрушенный ордой. Очень жесткий ивент, да, и показывают нам, что он жесткий. Вообще, изично мы его бомбим на самом деле, да. Что я успел сделать без тебя, бро? Да я только побегал, вот разве что разрушенную каменоломню я бегал. Собрать мотоцикл? Ну да, ну да. Свечи зажигания падают очень редко. Реально очень редко. Если ты первый раз видишь эту игру, стилистика, рисованная карандашом, это очень круто. Плюс она вся 3D, да. Игра, короче, классная. Ну, короче, классное, что я могу еще сказать про нее. Так, вот эти... Есть тут стелс, да, но я, если честно, пока стелсом вообще не пользуюсь. Я вот так вот бомблю, 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 бомблю и нормалды. Оп, да, 1/3 часть бинта уже собрана. Вот этот винт несложный, хотя здесь такие серьезные абракадабры, я тебе скажу. Мне пока не хватает только одного, бро. Времени. Времени мне не хватает. То есть, надо очень много дерева и камня добыть поначалу. То есть, ну прям, ну это вообще бомбически. Это бомбически. Вот в этом и суть, да? Ивент вообще просто халява плюс. Сейчас мы тут огромных абракадабр с тобой нагнем. Дерево и камень, да? Очень много этой ерунды надо добыть. И вот единственное, что я пока не догнал, да? То есть я пока что-то понять не могу. Вот эта вот штука, сейчас тебе покажу. Она не должна быть очень сложной. Вот, точильный камень. Редкий компонент требуется для создания клинкового оружия. Где найти? Везде можно найти. Везде можно, но добыть, да? То есть он не крафтится. Все, понятно, он добывается. Даже на опушке леса он добывается. А что-то я как-то не могу его добыть, короче говоря. Ну вот ни одного. Ни одного штучки нету у меня, представляешь? Вот этот режим, да, с картой, блин, это, конечно, классная штука. Когда ты вот так вот включаешь, да, и у тебя так все видно. Играть очень удобно. Так, солиток, солиток, амаднявый ослиток. Что там за ерунда? Слышишь, кто-то топает? Тут есть такие очень серьезные мужчины. Ух ты, блин! Бро, здесь... Здесь два варианта, короче говоря. Либо серьезные абракадабры, либо, посмотри, какие-то гребаные рейдеры. Блиночки. Ну, я бы лучше против абракадабр побился. Как режим стелса действует? Блин, режим стелса действует на самом деле офигенски. Ты когда по стелсу ползаешь, да, вообще тебе все пофиг дым. Смотри, чего рейдеры. Какая грязь. А мне попадались монстры, да, куча всякие там бомжей. Так, ладно, у нас крутой пистолет, мы их сейчас нагибать будем. Класс, да? Скажи, офигеть, сам в шоке. Ничего себе, что за броня такая? Что за броня? Серьезная. Ой, слушай, ну я уже вижу плюсы от того, что это рейдеры. Такой парень, да? Вот это я погибаю, как называется. Армейская куртка. Эффективность вообще зашкаливает. Серьезный мужчина, короче говоря. Вон абракадабры, видишь, стоят. Так, нас здесь интересуют чисто ящики, да? Вот чисто взять все ящики и все. Ну, я делал вот так вот, оббегал, да? Ну, то есть разъединяем дэмэдж. Так, перезаряжаемся. Блин, друг! Ну да, против стрелков, да, один момент. Стрелять и кто кого перестреляет. Ой, вот это хорошо вообще.
Сейчас, короче, мы будем выбирать с тобой, да? Что здесь брать, что здесь не брать. Вот что мы будем делать. Вообще безобразие. Сейчас я сделаю вот так красиво. И вот так вот, да? Красиво же? Ну, может, не прям бомбически красиво, но пойдет. Пойдет. Теперь переключаем вот этот ствол. Потому что ему скоро привет. Он с чем-то бежит, что ли? Отлично. Отлично. Самопалы вот чуть-чуть еще осталось. Вот капелючечку. И самопалы будем крафтить. Ничего себе, да, нормально. Слушай, вот так вот можно отжать вот такой вот шикарный сет. Вообще нормальный парень, да? Сам в шоке. Посмотри, какой красавчик. Но до этого сет нам еще далеко, конечно. Так, ладно. Берем дальше, опять же, тратим самопал. Вот эту ерунду... Что там? Блин, тут с едой, с водой, тут реально вот не то, что проблема, да, но за ней надо следить. Я не скажу, что это плохо, по мне так это очень даже классно. Ну, реально, еда, вода, она тут постоянно израсходывается. Это вот всякие-всякие я повыполнял ерунду, да, мне кучу всего надавали. Так, отлично, отлично. Самопальчик берем, потом... Сейчас мы не будем расходовать свой нормальный шмот, да? Мы будем сейчас вот это овно все использовать. Ну, как бы вот и все, да? Че тут? Тут ящики лутаются ни о чем. Были бы монстрилы, было бы круче. Я бы тебе показал, блин, прям вообще шикарно. Они такие огромные. Соответственно, да, вот в этих ящиках чистый лут. Вот эту куртку, наверное, надо разбирать, да? Вот этот ящик, кстати, вот последний, да? Я его даже и не брал, собственно. Я забирал вот как сейчас и все. То есть, если ты хочешь по-шустрому, не бери вот этот последний. Но можно вот тут ползти по стелсу. Блин, классно, да, вообще? Что у них там? Давай на всякий случай возьмем вот эту волыну и перезарядимся. Вдруг загрятся. Я не знаю, загрятся, нет? Вообще здесь стелс классно работает. Еще нормально, да? Не, ну классно же. Ну скажи, что классно. Плавают бомжи тут, типа они всех разбомбили. Все, можно не трогать их, да? Ну и все, тогда не будем чего париться. Забираем весь шмот, по красоте одеваемся, всякий хлам выкладываем. Вот эти штанишки ради прикола домой отнести, что ли? Не знаю, не знаю. Столько добрища, столько добрища. Ты не знал, где? Где? Брать тебе. Я ломик забыл выложить. Сюда лом не надо брать. Не знал, теперь знаешь, бро. Вот где брать кучу-кучу лута. Так, вот это вот мы возьмем. Шапка еще разбомбленная, да? Так, окей, давай мы выползем. Можно было еще волыну потратить. Но вот этот вот рейдер, блин, вот сейчас может загреться, да? По идее. Но здесь стелс прям так хорошо сделан. То есть, когда ты садишься на корчике, да, тебя по факту не видят. Типа, ты ползаешь вокруг них, прям стелсишь. Вот так вот изишно, да, забирается ивент. Второй ивент я уже показывал. Я думаю, ты его помнишь. Ух, ничего себе. Вот так вот, блин. Ну и все. Что? А, вот куртку, да? Куртку вот эту точно выложим. Так, а тут что у нас было? Тут была вот эта вот разве что штука, усиленная бла-бла-бла. Самопал нафиг выкинем. Самопал разбомбленный. И вот тут в ящике что-то я такое оставлял, да? Да-да-да-да-да, чисто ради прикола я просто хочу вот эту броню сохранить. Три стальных слитка. Вот что такое три стальных слитка? Да это дичь вообще. Я сразу тебе говорю, три стальных слитка, это дофига делов. Так, все, здесь можно выйти выйти с карты. Нормальный парень, да? Вообще такой красавчик. Ну, вот такой вот классненький ивентик. Хотел я показать тебе контент сейчас такой более обучающий, да? Ну, давай отложим это на потом. Ну, ты понял, что значит в игре ивенты.
Это ты понял. Ивенты в игре — это значит все. Это значит дичь. Это халява вообще. А сейчас мы пойдем на жесткий опять же ивент, да? Чумные болота погнали. Два ивента у нас получается за ролик. Такие прям супер опасные. Напоминаю, бро, ссылочка на скачивание в описании. Пока тебе нравится, ваши лайки, друзья, и игра выходит чаще. Слабый мутант. Блин, мне даже жалко, что я этот пистолет сюда взял. Ну ладно. Будем бомбить в голову. Вон в чем сложность ивента, да? Он такой... Так, давай сразу оценим карту. Ух ты, блин. Сюда что, кирку, что ли, надо было брать? Да ну нафиг. Ну, я взял кирку просто. Че это? Есть! Есть, друзья! Шикарно, шикарно. Пирит. Вот, 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 вот он. Я добыл один раз, да, и не могу вспомнить, где я его добыл. Вот. Вот такая штучка желтенькая. Это этот гребаный пирит. Нормально вообще. Так, убираем ее нафиг, карту эту. Ну, волына, конечно, блин, не под эту локацию. Что-то сказали супер-супер сложное. Чего тут сложного-то? Бомжи бегают. Ну, может быть, сейчас что-нибудь еще такое опасненькое вылезет, да? Правило одно. Если ты... Вот в эту штуку, жижу, я думаю, не надо наступать. Так, кто-то заметил меня. Когда тут вообще двигаться надо, короче. Чем больше ты будешь двигаться, да, тем меньше дэмэджа тебе будут наносить. Ой-ой, нормально, большие. А, видишь, да, в чем фишка этих бомжей? Они кидают вот такую ерунду, и из этого круга главное убежать. Ну и в ближнем бою, конечно, он будет всекать. Вообще несложные пацаны, да? Чё в это? Все, до свидания, дружище. Дружище, до свидания, дружище. Я офигею, я тут собрался, думал, что-то тут сложное. Что тут сложного-то, блин? Вообще не вижу. Ну, она красная локация. Нет, это не красная. Это вообще не красная лока. Никак и нигде. Ну, наверное, сейчас еще что-нибудь будет, да? Тут дичайшее такое какое-нибудь. Так, окей. Вот это не может не радовать меня. Мы какой-то путь, да, такой прикольный сейчас с тобой. Так, что я взял там? Серый еще взял. А, нормально, да? Вообще шикарно. Так, так, так. Тик, тирик, тик. Да, я по какому-то секретному пути иду. Блин, мы должны с тобой узнать, что будет, если я в жижу наступлю. Ой, классно, я в нее не наступаю. Вообще классно. Ну, то есть он не наступает. Блин, ну офигенно. Пока что меня, конечно, ну, новый контент и все такое, новая игра радует абсолютно все. Абсолютно все, до мелочей. Эти болты — это дофига делов. Что-то да, это нифига не путь к ящикам. Это не путь к ящикам. Пойдем, давай вернемся. Сразу пойдем ртом вперед к ящикам. Чем мы будем обходить как ненормальные? Ой, вот хороший парень. Стоять, друг. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, погоди, я достроюсь. Так, мужчина, поехали. Вот этот парень мне нравится. Вот он уже такой, ну, солидный мужчина. Видно, да? Габариты. Нам должно хватить как раз... Пулик. Блин, а вот в голову его фиг попадешь, я тебе скажу. Так, бежим, бежим. Тут единственное, что... Путь, да? Фиговый. Фигово, не вижу, куда убегать от него. Когда он начнет прыгать. Да, он больно как бы бьет, да? Ну ничего, мы справимся. В ближнем бою? Ну, как бы я не знаю даже. Сам смотри. Я бы не пошел на него в ближнем бою. Этот бомж бесит. Проблема с хилом, да? Нет проблемы с хилом. Это самое главное. О, зажал, зажал, зажал. Все, самое главное, мы умеем лечиться.
Я еще кого-то заагрил. Блинский. Ах ты ж, блин. Оу, хорошо. У нас закончилось... Вообще красавчик. Можно так действовать, да? Когда он кидает камень, подходим к нему и бомбим его. Можно, а чё нет? Блин, вообще отстой. Сколько я вообще отнимаю? Слушай, я понять не могу, он что, регенится, что ли? Он регенерируется. Вот отстой. Блин, мне срочно надо оружку доставать. Беда. Вот беда-то какая. Я не думал, что мне не хватит. Так, срочно нафиг убегать. Я только не понимаю только, куда убегать. Бежим, бежим. Ой, блин, я в тупик зашел, представляешь? Как же это отстойно, что он регенится, а? И не говори. У него уже 300 жизни. Блин, друзья, ну нет. Если я в глобал выйду, что будет? Вот интересно. Тут еще не всех бомжей даже нагнул. Попадалова, попадал. Что за фигня, блин? Я не хочу кирку ломать. Так, короче, все. Признаю свое поражение. Валим нафиг. Я сейчас кирку сломаю. Нам придется, наверное, возвращаться на этот ивент. Мне надо найти выход, короче говоря. И это что такое? Ёлки-палки. Это не выход. Это не выход. Какая грязь. Какой он безразмерный, этот ивент. Ужас какой. Ну, не то, чтобы прям беру свои слова обратно. Он действительно там суперсложный. Нет, но да. Пистолета одного не хватило. А теперь нам надо с тобой понять, где гребаный выход. Ничего себе. Вот этот ствол. Кто меня шмаляет? Так, вот отсюда. Так. Вон он. Вон он, огромный дядька. Мужчина, привет. Ты видел, да, что я выбил еще один лом? До свидания, дружище. Отлично. А лут, конечно, овно. Тут суть не в этом, да? Суть в зачистке. В общем, смотри, бро, ты видел, сколько я взял сюда. Я взял один такой этот пукалетик. Ну, и мне его не хватило. Надо брать чуть-чуть побольше. Жалко, что я кирку разбомбил. Блин, лом сломанный. Ну, как бы, чё попало, да? Ну, ладно. Насколько мне хватит кирки? Вот в чем вопрос. Ничего себе, вот этот револьвер какой серьезный. Вообще жесть. Ну, прям, ну серьезный. Ну, да ладно, чё, серьезно, что ли? Мне не показалось. Нет, мне не показалось. Я просто не поверил своим глазам, какой бомбический лут, да, и такой, думаю, надо проверить. Что за дела? Так, делаем так. И, да? Вот это нафиг убираем. Шапочка и штанишки. Не будем сливать наш шмот. Ребята вообще не сложные. Нам надо теперь все ящики тут найти. Вот он, красавчик. Привет! Я самопалами убивал на... Ой, у него хп-то сколько, да? Так, ладно, поехали. Понял, да? Когда крутишься вокруг них, бро, они тупят. Единственное, в голову, конечно, не так легко попасть. Бинты берешь, и все отлично. Но все-таки огнестрел-то покруче, конечно. Блин, вообще вокруг него надо бегать. Он путается, бедолага. Держи, друг. Оп-оп-оп. Так, понял.
Не, ну ничего, они такие плотненькие ребята, да? То есть надо достаточно много сюда оружки, чтобы зачистку всю сделать. Переродившийся скрытень. Ой, какой-то золотой ящик. Ну давай, удиви нас. Смотри, что, корона survival. Вообще не удивили, блин. Ну давай, говорю, удиви. Удиви, меня не удивили, что попало, блин. Ну ладно. Ты уже понял, да, бро, что хедшоты в игре рулят. Хедшоты вообще рулят, разрулят. А вот он нам и дал, да, ерундятину. Денджер. Такой вообще, да, прикольно. И... Да ладно, дю, серьезно, да, серьезно, полностью. Ой-ой-ой-ой-ой. Ё-моё-моё-моё. Так, все, понял. Паровозы больше не собираем. Бежим отсюда нафиг. Куда бежим? Не-не-не-не-не, я не знаю. Интуитивно действуем. Главное не застрять. Главное не застрять, это дикость. Скрытень, смытень. Отвали со своей бочкой, блин. Выпустите меня отсюда. Здесь есть такая кнопка. Нажимаешь и побежал домой. Тут еще была ерунда, да? Я... Так, это не дом? О-о-о-о! Ой, ё-моё. Я не хочу сюда еще раз бежать. Нет. Есть такая штука вот на карту. Нажимаешь ее и побежал. Фу! Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, бро, присоединяйся, подписывайся на канал, качай игрушку. Ссылочка на скачивание в описании. Ну и лук собрать, унь, лукса. А я пока еще чуть-чуть пофигачу. Надо дерево этого гребаного надо очень много вообще, серьезно. Пока-пока.